Итак, всем привет! Сегодняшнее видео я записываю специально для всех любителей горных лыж, сноуборда, всех зимних видов спорта. Я рекомендую сделать небольшие упражнения, дабы подготовить связки, суставы, мышцы, как минимум разогреть их, а лучше еще и проработать. И рекомендую я начать этот комплекс с разминки стопы. Если у вас есть вот такой мячик, ежик, не ежик, просто вот даже если обычный теннисный мячик вы будете использовать в разминке, это будет очень-очень хорошо. Прокатывая мячик взад и вперед, вдоль по всей стопе, мы тем самым пробуждаем нервные окончания, разминаем связки, мышцы, которые активизируют нашу нервную систему, и тем самым давая лучший отклик от мышц стопы ко всем остальным вышележащим мышцам. То есть техника такая, не очень сложная, просто прокатываем зад вперед, прокатываем V-образно по внешнему своду стопы, по внутреннему своду стопы, проминая каждую точку на стопе. Такая разминка может занять минут 5, не больше. Но эффект, который вы получите, будет просто колоссальный. Рекомендую. Хорошо. Конечно же, еще лучше, если после того, как мы отработали со стопой мячом, очень хорошие результаты дают, когда мы отрабатываем, разминаем вот здесь вот мышцы под большеберцовой костью, вот прямо проминаем. Здесь обычно очень болезненные места, но как раз этот регион отвечает за стабильность нашего колена. Эксперимент, проведенный вот на тренировке, человек до разминки и работы со стопой и после на нестабильной опоре, это совершенно два разных человека. Поэтому используйте эти методы, подготавливайте свои ноги с самого низа. Это относится не только к горнолыжке, но и вообще ко всем видам спорта. Отлично. Уделите этому 5-10 минут, и мы двигаемся дальше. Теперь я предлагаю приступить непосредственно к разминке всего тела перед нашими катаниями, ну или просто перед началом тренировки. Поэтому давайте приступим и сделаем этот комплекс вместе. Я начинаю с самых простых упражнений. Руки перед собой и делаю круговые движения 20 раз в одну, 20 раз в другую. Раз, 16, 17, 18, 19, 20. В другую сторону. Раз. 8. Отлично, хорошо. Немножко расслабьте руки. То же самое. Руки поднимаем вверх. Через согнутые локти поднимаем наверх. Удерживаем крепкий живот. Делаем круговые движения в одну сторону. 20 раз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И сразу же в другую сторону. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ага, отлично, хорошо. Расслабили плечики. Хорошо, спускаемся вниз. Будем считать, что мы работаем в условиях острой нехватки времени. Потому что нам хочется успеть побольше покататься, побольше время провести на горе. Следующее упражнение. Укладываемся на спину.
укладываемся на спину, руки вдоль туловища, ладонями в пол, колени согнуты в 90 градусов. Укладываем колени сначала в одну сторону, тянемся коленями в пол, вдох, и на выдохе в другую сторону, выдох, еще вдох, на выдохе в другую сторону, колени укладываем на пол, вдох, поднимаем колени, выдох, колени укладываем на пол, еще вдох, выдох, колени укладываем на пол, вдох, колени возвращаем, выдох, колени укладываем на пол. Отлично. Мы сделали 5 повторов. Этого достаточно. Следующее. Становимся в позу на четвереньки. Ладони под плечами, внутренние локти смотрят друг на друга. Лучезапястный сустав параллелен коврику, или если у вас нет коврика, то не разворачивайте вот таким образом. Это может навредить вашим суставам лучезапястным. Итак, ладони под плечами, колени под тазобедренным суставом. Удерживаем крепкий живот и делаем вращение. Одна нога согнута в 90 градусов и делаем вращение одной ногой вперед. 4, 5, 6. Голову не бросаем. 7, 8, 9, 10. И побыстрее. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. Не отклоняемся назад. 18, 19, 20. Отлично, хорошо. То же самое сделаем с другой ногой. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Не прогибайтесь в пояснице. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Побыстрее. 14, 15, 16, 19, 20. Отлично, хорошо. Мы размяли тазобедренные суставы, заодно проработали очень хорошо ягодичные мышцы. Они уже стали теплыми. Следующее упражнение. Следующее. Снова укладываемся на спину. Колени. Ложимся на бок. Сгибаем колени. Колени в 90 градусов. Угол между бедрами и туловищем тоже 90 градусов. Ладонь на ладонь. Делаем вдох. И на выдохе укладываем другую руку на пол. Делаем 10 раз. 2, 3. Задача ладонь, руку и колено не поднимать от пола. 5, 6. 7. Провожаем взглядом ладонь. 8, 9, 10, 11, 10 движений. Отлично. Хорошо. Делаем то же самое в другую сторону. Секундочку. Бедра согнуты в 90 градусов. Ладонь на ладонь. Вдох. На выдохе. Рукой тянемся к полу. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Отлично. Очень хорошо. Классное упражнение. В обе стороны у меня встало как минимум по 3 или 4 позвонка. С каждой стороны прохрустело. Едем дальше. Ложимся на спину. Берем себя под бедро, под коленкой. А голова на полу, таз на полу. И давим ногой, правой ногой, сейчас она у меня на полу, правая нога на полу, давим ей в пол и поднимаемся. А,
3, 4, давим в пол, 5, а вторую ногу подтягиваем к груди, 6, 7, 8, 9 и 10. Очень хорошо, отлично. Делаем другую сторону. Хорошо. Взяли себя за колено. Давим в пятку опорной ноги. Поехали. Делаем. И раз. Как можно выше поднимаемся. Два. Три. И колено тянем на себя. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Восемь. Девять. И десять. Отлично. Хорошо. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Становимся в выпад. Становимся в выпад. Голень впереди стоящей ноги перпендикулярно полу. Вторую ногу ставим как можно дальше. По возможности как можно дальше. Руки поднимаем вверх. Смотрите, я это делаю. Согнутые локти через уши поднимаю вверх. И удерживаю крепкий живот. Выпрямляю ногу сзади. Стою в выпаде. И делаю такую скрутку. Возвращаюсь. И возвращаюсь. Еще делаю скрутку. Чувствуем, как здесь скручиваются косые мышцы. И еще один раз. Очень хорошо. Пять раз. Одну секунду, я отвечу на звонок. Да, алло, алло. Хорошо, отлично, продолжаем. Меняем ногу. Так, меняем ногу. Голень впереди стоящей ноги перпендикулярно. Вторую ногу ставим как можно дальше. Руки согнуты в 90... через уши. 90, руки согнуты в 90 градусов через уши. Поднимаем наверх, удерживаем крепкий живот. И выпрямляем заднюю ногу. Стоим в выпаде. Здесь у нас уже все натянулось. Отлично. Удерживаем крепкий живот, колено как можно ниже к полу, но не на полу. И делаем скрутку. Раз, два, три. И вернулись. И снова. Раз, два, три. Вернулись. И снова. Раз, два, три. Вернулись. И еще разок. Раз, два, три. И вернулись. Отлично, хорошо. Супер. Смотрите, мы уже размяли ягодицы, икроножные мышцы, заднюю поверхность бедра, переднюю, косые мышцы. Мы уже почти готовы. И еще немножечко. Теперь как следует отработаем четырехглавые мышцы бедра. Сейчас стопы параллельно, примерно на уровне плеч. Взгляд в горизонт, руки в стороны и приседаем на 5 счетов. И раз, два, три, четыре, пять, встали. И снова вниз. Раз, два, три, четыре, пять, встали. И снова. Раз, два, три, четыре, пять, встали. И раз, два, три, четыре, пять, встали. И еще. Раз, два, три, четыре, пять, встали. И раз, два, три, четыре, пять, встали. Отлично, мы сделали 7 раз, этого достаточно. Давайте сделаем еще пару упражнений. Итак, становимся, смотрите. Стопы стоят на одной линии. Одной ногой отходим. Вот линия пятки. И на линии пятки мы ставим носок. Между ногами у нас расстояние стопы. То есть вот оно, расстояние стопы. Ага. Я остановлюсь, стою к вам боком, чтобы вы лучше видели. Итак, здесь расстояние стопы.
задача, как удерживая туловище, как будто бы мы хотим сесть на стул. Тазом идем вниз. Ага, поехали. Два. Ой, один, пускай будет один. Два. Три. До конца ногу не разгибаем. Давим в пятку опорной ноги. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Давим в опорную ногу. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Другую ногу я сделаю лицом к вам. Расстояние стопы. Носок напротив пятки. Удерживаем живот. Можно руки за голову положить, можно в стороны. Самое главное, удерживаем вот этот вот крепкий живот. Вот это положение туловища. Поехали. И раз, два, встали. И раз, два, три, встали. И снова раз, два, три, встали. Видите, я как будто сажаюсь, хочу сесть. Четыре. И раз, два, встали. И раз, два, три, встали. И еще раз, два, три, встали. И еще раз, раз, два, три, встали. Отлично, хорошо. Еще. Нам нужно как следует проработать глубокие мышцы пресса и живота для того, чтобы хорошо контролировать свое тело. Поэтому мы сейчас делаем планочку. Просто следуйте за мной. Становимся. Ладони напротив плечей, колени напротив проекции тазобедренных суставов. Делаем вдох, выдох. Крепкий живот, уже сейчас он крепкий, прямая спина, голова продолжение туловища. И надавили в ладони, подняли коленочки над полом на 3 сантиметра. И отсюда левой ногой шагаем назад, правой ногой шагаем назад. Планка. И постоим здесь немножечко. Угу, хорошо. Вот она, правильная планка. Вытягиваемся от центра туловища в макушку и в пятки. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Закончили. Хорошо. Становимся. Голень впереди стоящей ноги перпендикулярно, бедро перпендикулярно полу. Бедро продолжение туловища. Отсюда давлю в пятку. Поднимаю бедро, отвожу в сторону, возвращаю обратно, делаю скрестное движение, поднимаю наверх и снова сажусь. Понятно? И еще раз повторяю. Голень перпендикулярно, встаю давлением впереди стоящую ногу, поднял бедро, отвел в сторону, вернул обратно, сделал скрестно. Поднял назад и снова сажусь вниз. Поехали. Вперед бедро, в сторону, назад, скрестно. Поднял и садимся. Так делаем 5 раз. Понятно? 3. Четыре. Вверх, в сторону, назад, скрестно, наверх, садимся. Отлично, класс. Делаем другую ногу. Снова, поехали. Проверяем голень перпендикулярно. И отсюда встаем, давим в пятку. В сторону, вернули, скрестно, наверх. Сели, подняли, в сторону, на место, скрестно, наверх, сели, и снова наверх, в сторону,
назад. Ой, скрестно. Вернули. Сели. И снова. В сторону. Вернули. Скрестно. Наверх. Сели. 4 раза. Еще один остался. Наверх. В сторону. Скрестно. Отлично. Хорошо. Итак, мы сделали каждую сторону по 5 повторений. Давайте сделаем еще очень простое, но очень эффективное упражнение. Посмотрите сначала его. Садимся. Садимся на пятки. Тело держим прямо. Просто встаем макушкой вверх из этого положения. Можно руки перед собой поставить, можно руки сзади. Просто встаем, да? Это для кого-то это будет уже достаточно хорошей нагрузкой. Но это упражнение очень классно разогревает суставы, коленные суставы, разогревает переднюю поверхность бедра, разогревает и включает ягодичные мышцы. Если вам недостаточно нагрузки, сделайте небольшое добавление к этому, небольшую такую вишенку на торте. Оставьте плечи сзади и поднимайте только таз. Только таз. И вы сразу же почувствуете, как в разы увеличивается нагрузка на переднюю поверхность бедра и колен. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отлично. Ну что, мы хорошо размялись, хорошо подготовились. Подготовили икроножные мышцы, коленные суставы. В общем, мы подготовили все тело. И посмотрите, насколько сейчас ваше тело стало сильным и более стабильным, если попробовать сделать какие-то упражнения на стабильность, то есть на равновесие. Посмотрите, попробуйте. Вот. Что ж, спасибо большое за тренировку, за то, что вы мне помогаете делать эти уроки. Спасибо за практику. До скорых встреч. Пока.